Вот. И вот получается, он садится, составляет, это все на глазах видяка, составляет протокол, так, штрафует на 300 рублей, ну, понятно, у нее ни документов, ничего, и уходит. А она остается торговать этими рассаженцами. То есть, получается, он заработал в Серебрянике, потому что он как бы отчитался, у него получится зарплата, он получил, вроде работал, вот такую пачку квитанции принесет. Вот. Все это работает в холостую. У нас столько ребят над нами нахлебников, это ужас, я куда ни сунусь, я с этим сталкиваюсь. И вы тоже, ну, привыкли, не замечаем. Ладно, что я дальше пишу? Вот. Ну, санитарный надзор, само собой, Министерство просвещения. Все идет со школы. Какие выпустились со школы, такие выпустились. Потом я, опять же, эти слова уточню. МВД, прокуратура, Следственный комитет. Из наших карманов вынимает не миллионы, не десятки, не сотни миллионов. Что вы, это так много. Миллиарды. Вот. Гигантский механизм. А потом за ним идет другой механизм. Как обработать эту, ну, инвалидов, назовем их инвалидами. И снова гигантская индустрия по этим. Боже, вы зайдите в любой ларек, начиная с эдохимикатов. Все поймете. Вот. Вот это все. А мы, я почему считаю, что потом я опять ниже в доказательство будет, что мы пришли из рая. Мы это потомки людей, которые жили в раю. Вы заметили, кто успевает, такого сил хватает. Какой необыкновенной, я вот не подготовил фотографии, красоты приусадебной участки и дачной участки. Невероятная. А нам говорят, что это обезьяны произошли. Что обезьяна понимает в этих грозах и в этих самых климатисах и прочих этих. Что она в этой необыкновенной, невероятнейшей красоте, которую даже описать невозможно. Это в нас сидит, это сидит в нас не тяга, сидит у нас тоска по райской, по нашей родине, из которой мы произошли. И вот это вот и служит для того, чтобы нас драть. Человек получает, я уж искренне говорю, ну, 10-15 тысяч, это довольно нормально. Я сам таких знаю. Вот. Я сам таких знаю. Тяжелейшая работа, это Сибирь, тяжелейшая работа, знакомая работает этим, дворами идет, как она, дворник. Вот. То ли 10, то ли 12 тысяч, все. Ну и ладно, смотрим дальше. Никто из них на это не обращает внимания. А может обратить только тогда, видите, как я пишу, с иронией, ну, уже без мата, без ругания. Ваша служба и опасна, и трудна. Так, минуточку, опять звонит. Алло. Я вижу, деньги оставили, а телефона не вижу. Ну, заходите еще раз, сами ищите. А деньги где не взяли? Фу, ёлки, да я в коридоре положил. Специально. Ну, давайте. Так, извините, ну что делать, это жизнь, это дети. И вот получается, это уже не ругань, это такая злая, нет, добрая ирония. Ваша служба и опасная труда, и на первый взгляд как будто не видна. Как бы удивился любой из сотен тысяч работников этих спецслужб или каких там силовых ведомств, если бы я сказал, что нас грабят на миллиарды, когда вы возьметесь. Да, возьмутся. Вот. Но так уж раз уж вертикаль выстроили, только один человек может сказать. Вон из страны все эти самые, все узбекские, таджикские, и даже молдавские, и даже крымские, которые не пойдут ни в Сибири, ни на Урале, ни на Дальнем Востоке, которые даже в Москве не пойдут. Но если один из десяти там приживется, и то, знаете, как бывает, как говорил Мичурин, некоторые южные сорта изначально имеют сопротивление к морозам. Вот так он говорил. То есть не мы улучшаем, а они такие были. И вот получается, мне бы хотелось, чтобы... Я переживаю за него, что он ест отравленные фрукты, а он действительно ест.
Десятый нашли? Вот. Отравленные фрукты. Я хочу, чтобы он за нас переживал. Вот их выгнать. Тогда будут покупать у Латинкова, у с этого самого, у Железова, у как он, у Сергеева, понимаете? У Макарова, прекрасные саженцы. А так, ну что он делать? Довели до того, что, а им же что, 200 рублей, смотришь, а написано привиты. Что же за 200 рублей это вырастет? Это же две бутылки пива. Ладно. И вот получается, я на это, мы про это поговорили, и вывод. Масштабы обмана, смертельная агротехника, ее порождение, гигантская индустрия применения ядохимикатов поразили и саму науку, я докажу, и 23 миллиона дачных участков с каторжным бесполезным трудом. Ведь мало того, что вот эту дрянь еще надо посадить, так еще потом уничтожить ее же собственными руками. Да еще с таким страшным трудом. Лидеры, современные лидеры, это та самая дачная фея, которая себя феями называли. Вот, на всю Россию учат убивать. Так, дайте я закрою, девчата, вы не сможете.